Всем привет! С вами Кинтуки, Королевство 1505, и в этом выпуске речь пойдет про новое событие, про которое еще мало кто знает. Оно, во-первых, появилось только вчера, и, во-вторых, находится не в центре событий. Чтобы перейти в это событие, нам нужно нажать на центр поддержки и перейти в сообщество. Вот оно, это событие, называется ⁇ Излюбленный облик замка ⁇ Жмем на него и читаем описание. На вашей памяти должно быть несколько самых классных обликов замка. Пожалуйста, оставьте ваше мнение в теме данного сообщества, какой облик замка вы получили или хотели бы получить. Мы выберем трех счастливчиков из этого сообщения после окончания события. Один и тот же ID, то есть игрок может накопить максимум три сообщения, то есть... Ну да, максимум три сообщения можешь написать. Время события с 22 апреля по 29. Награда за события, тысяча камней перековки. Это, я так понимаю, награда за участие. То есть каждый игрок, кто оставит сообщение, получит тысячу камней перековки. И три счастливчика из всей массы написавших сообщения получат по одному облику замка. Как понять, какой облик замка вам нравится, где они вообще находятся? Тут нажимаем на лавку торговца. Переходим в облики. И тут есть два варианта, как их посмотреть. Первый вариант это руководство, замок. И здесь перечислены все облики, которые есть в игре. Тут немножко непонятно, картинки черно-белые, поэтому можно перейти вот сюда. И здесь э, тоже указаны облики, в том числе и крылья. Эти облики можно покупать за вот эти синие кристаллы. Правда, это очень-очень дорого. Ну, в общем-то, дело не в этом, а в том какой облик вам понравится. Нажав на него, можно посмотреть, как он называется, запомнить это и написать сообщение вот в этой теме, в центре поддержки. На этом, в принципе, все. Это все, что я хотел рассказать. Ставьте лайк, если понравился выпуск. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жду вас в комментариях.